Мы более 3 лет продаем нефть и ввозим доллары в страну контрабандным путем. Заявил вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Ризай. Передает Ирна. Экономическая блокада Ирана со стороны Соединенных Штатов должна быть сломана усилиями нашего народа. Мы должны восстать против США. Внутренние санкции опаснее иностранных. Мы более 3 лет продаем нефть и ввозим доллары в страну контрабандным путем. Отмечается, что замечания вице-президента прозвучали в связи с тем, что высокопоставленные официальные лица режима неоднократно отмечали неэффективность санкций, заявляя, что не торопится вести переговоры об их отмене. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.